Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Зайдем для начала в магазин. Так, бесплатно нам достается копейщик. И самое интересное, кто у меня вот здесь вот получил звезду. Да ладно, наконец-то, ребята, башня у меня, точнее замок, получает пятую, последнюю звезду. То есть фулл прокачка, отлично. Я очень рад, кстати, этому событию. Так, квесты. Забираем здесь два гема. Ну и пора бы, наверное, немножечко повоевать. Давай посмотрим, где мы с тобой остановились. Так, на территории нежити. И у нас еще с тобой нефритовая долина получается, да? А дальше телепорт. Окей, давай глянем. Некро, потом у нас здесь призрак, летучая мышь чумная и голем. Так, меня немножко смущает мышь, вот эта вот чумная здесь. Кого бы нам сюда с вами взять? И привидение, блин. Так, может быть, имбу нет, имбу не хочу тратить. Можно попробовать вот этим вот отрядом. Давай попробуем, кстати, у меня что, до сих пор еще замок 93 уровня? А почему я его не прокачал? Надо будет этим делом заняться. Так, значит, чумная мышь здесь у них есть, да? Нам, по идее, нужен будет вот этот персонаж, баллиста. Я даже не знаю. Ой-ой-ой, вызываем, короче... Воу, призрака призвал. Сейчас будем получать урон с вами. Блин, причем довольно неплохой урон выдает нам. Так, Джаггер, давай на прикрытие. Ну... Есть, чумная мышь не успела забомбить. Мы тоже призовем с тобой некро. Пускай будет идти. Так, вот здесь вот заблокируем. Что опять какие-то фризы-то, а, происходят. Так, Джаггер, ты у меня там не рассыпся раньше времени. Рассыпался, к сожалению. Давай тогда еще одного призовем. Ну, сдерживаем, сдерживаем позиции. Минус голем. Так, чумную мышь подбей, пожалуйста, мне. Подбей, пожалуйста, вот. Уже другой разговор. Еще одну баллисту призовем. Ульту я пока тратить не хочу. Сохраним ее. Призрак бесявый, а. Смотри, что делает. Смотри, что делает этот призрак. Ой, друзья мои, что-то как-то совсем нехорошо все у нас тут получается. И все это из-за призрака. Я, знаешь, что думаю? А не пора ли нам с тобой призвать сюда грифона? Я думаю, что пора. Давай, грифон, выходи. По крайней мере, тебя не будет трогать этот призрак. И нам будет немножко попроще. Давай еще одного Джаггера призовем. Так, грифон пока в откате у нас с тобой. Еще призовем некро. Так, давай попробуем заблокировать. Хорошо, хорошо, ребята. Так, нам выпала чумная мышь, но у меня она прокачана по полной программе, поэтому не стоит на это обращать внимание. А вот с големом нужно разобраться. Отлично. Так, грифон, у нас времени 22 секунды. Ребят, 22 секунды, этого мало. Я вызвал еще одного грифона. Так, с некро разобрались. Дальше чумную мышь уничтожили. 11 секунд. Нам нужно тут, ребята, есть. Хотел сказать, нам нужно поднапрячься. И мы поднапряглись и прошли эту миссию. Так, остается последняя. Кто у них там, интересно, босс? О, могу прокачать. Сколько? О, 173 тысячи. Давай, по фулочке. На один уровень, ребят, буквально не хватило, прикинь. Ай, руки чешутся. Ладно, хорошо. Пойдем с тобой в бой, посмотрим, кто у нас тут за босс будет. Дед. Слушай, с дедом шутки плохи. А мы можем... Погоди-ка секунду. Голем... Да, в принципе, можно вот этим отрядом попробовать. Но, опять же, сейчас вызовем друидку. Будет у нас тут... Наверное, игра подлагивать. Но будем надеяться, что пронесет. Так, у меня есть щитобот. У меня есть молотильщик. В принципе, все довольно хорошо и неплохо. Поехали. Ой-ой-ой. Блин, молотильщик, ну куда ж ты полетел? Ну что ты делал? Сейчас тебя разберут же здесь. Буквально быстро и моментально.
Что-то совсем не так пошло, как я хотел. Будем честны. Давай-ка вот так, наверное, сделаем с тобой. Призовем всадника на журавле. Слушай, как хорошо падает чумная мышь нам здесь. Щитобота позовем с тобой. Давай-давай-давай-давай. Пробиваем-пробиваем. Так, мне нужно накопить энергию на кого? На друидку, ё-моё, а я тут стою, лясы точу. Сейчас он вызовет своего деда, и все, и приплыли мы с тобой. А он уже его призвал. А ну-ка, если мы вот так вот сделаем. Друидушку я позвал. Теперь нам главное продержаться. Продержаться, это проблема. Дед сейчас звезданет же. Какой же он лютый, ты посмотри на него. А кто хи... Ах, там... как его, блин, звать-то? Я уже всех позабыл, ребята. Как их там величать? Оу, оглушил друидку. По-моему, все, мы ее потеряем сейчас. Потеряем же, да? Потеряли. Служитель тьмы, вот как его величать, который отхиливал. Ну давайте, 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 как я не знаю. Ну что, вот сейчас будет, блин, замок уничтожать меня. Слушай, знаешь, что я вспомнил, ребят? Мы же всегда против боссов с вами применяем кого? Нашу имбовую команду. Че я тупанул-то опять? Вот же я, да. Имбовая команда у меня как раз против босяр сделана. Ну вот если прикинуть, да, что без имбы играть, дед тут, конечно, да. И не забывай еще, здесь очень много сделал вреда. Ты понял кто, да? Служитель тьмы. Он отхиливал босса, он отхиливал врагов, стоя за спиной. Ну, скажем так, скинем ребята на то, что я давно не играл в нее, в эту игру, и позабыл многие нюансы. Этого больше не повторится. Поехали, где наша имбовая команда? Дайте мне, пожалуйста, вот она. Ну что, дедуля, ты был хорош, я не спорю. Но только не в этом случае. Только не в этом случае. Тут нам и чумная мышь не страшна. Потому что у нас здесь есть маг-воин. Тут у нас есть тоже чумная мышь. То есть, плюс еще ведьма ко всему прочему. И вот этот голем нам абсолютно не страшен. Поехали. Веселиться так по полной, согласись. Ух, еще и вот так вот. Ой, по красоте, ребят. Чумная мышь, да, выеживалась. Применяем с тобой ульту. Зачем я ее, правда, сейчас потратил, ума не приложу. Ну, пускай будет. Мы нанесли повреждение уже по замку вражескому. Ну что, дед-то будет выходить? Или, как всегда, испугался сразу же, да? Сразу в кусты сиганул. Да-да-да-да-да. Без шансов, друзья мои. Без шансов. Отлично, отлично было прохождение. Жалко, конечно, что немножко энергии я потратил на том отряде, который выбрал, опять же, по ошибке. Ну, мы с тобой забираем сундук. Смотрим, что нам отсюда выпадает. Зомби. Зомби-камикадзе и 12500 голды. И вот она, нефритовая долина. Давай посмотрим, кто у нас тут. Ой-ой-ой. Ребята, когда я вижу Ронина, мне сразу как-то не по себе становится. Вы же знаете, да? Как он меня просто раздражает. Именно вражеский Ронин. Мой-то мне очень нравится. Он сейчас будет выходить с ультой, ведь стопудово, да? С ультой будешь выходить или нет? Ну, конечно же, друзья мои. Ух! Ну, оглуши ты его, ну, пожалуйста. Е, хотя бы так, ребят, хотя бы так. О, здесь мы с тобой поборемся еще, парень. Поборемся, блин, называется. Не выходит ни шиша. Так, попробуем вот таким вот образом. Зачем я это сделал? Хотя, все отлично, ребят, все сработало. Че я тут жду, блин, мне не хватает энергии. А как он так сделал? Как он сейчас так сделал, ребят? Ты ведь видел прекрасно, что он сейчас сделал. Что-то вообще не заходит. Все, мы получили повреждение. Что нам здесь с тобой поможет? Только друидка нам поможет здесь. А для этого нужно хотя бы немножко вот так вот их подзадержать здесь. Вот таким вот образом. Плюс у нас ускорение.
Мне нужно призвать друидку, чтобы она, по крайней мере, отхилила мне мой замок. Я не знаю, получится ли у нее это сделать. Рыцаря нужно, чтобы уничтожили. А там минута останется, да, времени. Ну что, попробуем. Так, она хилку сделала, сделала, ребят. Замок начинает наш отхиливаться. Давай, 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 по фулочке, есть. Мы захиляли, ребят, погнали. У нас 50 секунд с вами на все дела. Давай, давай, родные мои. Да, друидка, когда вызывает тотемы, начинает немножко игра фризить. 36 секунд на все дела. Но есть. Да, друидка нас тут спасла. Ну согласись, просто взяла и отхилила нам замок, который получил повреждения, причем серьезные. Так, я надеюсь, здесь не будет Ронина. Ну, конечно, здесь Ронин, помимо того, еще и Терракоши. Ладно, я беру этот отряд, опять же, только из-за друидки. Надеюсь, мы с тобой здесь справимся. Расстояние немножечко увеличилось, но это все равно, ребята, ерунда на самом деле. Главное сдерживать Ронина. Это вот первостепенная наша задача. Но он меня обманул на этот раз. Он меня на этот раз обманул. Так, давай, 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 быстрее. Паладин, выходи. Я думаю, ты сможешь уничтожить, да, этого всадника. Окей. А вот здесь уже будет немножко посложнее. Тут будет посложнее, друзья мои. Но паладин справляется. Потихоньку-потихоньку бомбит. Окей. Накажи, накажи, накажи. Молодец, красавчик. Еще одного паладина призову. Да ты достал уже там уничтожать всех моих бойцов. Я тоже тогда вызвал всадника. Поехали, друзья. Так, Терракоша, да, вышел? Мы его сейчас разберем, надеюсь, быстренько. Он готов. Так, еще одного щитобота вызовем. И паладина. Все, друзья мои, рухнул замок прямо на наших глазах. Отлично. Так, остается еще 3 уровня нам, чтобы перейти в следующий телепорт. Чтобы в следующий телепорт нам с тобой залететь. Опять Ронин, тут еще и тигр ко всему прочему прибавляется. Хм. Поехали, будем добивать с тобой, наверное, всю энергию на этом отряде. А тем более против Ронина. Ну что, будем потихонечку вызывать. Ясен Перес, ребята, Ясен Перес, он выходит в истерике. Давай, 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 сдерживай. Ну, попытайся, по крайней мере. Ну, да что ты там? Сейчас нам опять, ребята, нужно с вами подождать кого? Ну, естественно, друидку. Будем звать ее. О-о-о, тут тигр, друзья мои, прибыл. Давай вот так вот сделаем. Ну что ты там хайкаешь мне? Хайкает он. А вот, друзья мои, и друидушку сейчас вызову. Поехали. Нам нужен хил. Друидка, ставь хил. Ну ты хилку-то будешь ставить или нет? Ё-моё. Вот, все, отлично, поставила хилку. Мы с тобой башню отхилим. И будем уже тут уничтожать противников. Не забывайте, что тигр делает предсмертный хрип. Ну что за фризил это так? Давай, погнали. Наши вороны их. Что ты? Заглючил парень. Окей. Давай двигаться дальше. Вызываем щитобота. Так, у нас времени всего лишь минута, этого мало. Еще одного паладина. И молотильщика. Да что ж так сильно-то фризит? Раньше такого не было. Воу, 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 просто пошел, распил. Еще и ускорение мне дали. Все, друзья мои. Уничтожили мы вражеский замок. И у нас еще 2 уровня. 2. Последняя энергия на этом отряде. Так, кто у нас тут?
Джен, Ронин, ну, в общем, все дела. Слушай, вот Джен, только его здесь не хватало. Я все собираюсь его взять в команду, прокачать, но, ребят, как-то не получается. Ну что, что-то никто не идет. Заметь. Начну с паладина тогда. Ага, он тоже начал с тяжелой пехоты. Вызвал нефритушку. Опачки. А вот это вот нежданчик. Ребят, нам здесь нужен будет всадник на журавле. Оу-оу-оу-оу-оу, тихо. Всадник на журавле нам нужен. Давай подтянем этого Вуджена сюда, поближе, чтобы его наказать. Вот таким вот образом. Ураганчик. Окей, окей. Отряд. Он еще одного призвал. Он успел таки, да? Слушай, мое предложение будет, знаешь, каково? Нет, пока не каково. Хотел призвать друидку, но тут Вуджен. Так, а Вуджен стоит, да, там? Потихоньку. Во, вот так вот сделаем. Ну и все, в принципе. Пойдемте всем отрядом теперь раздавать звездюлей им. Рассыпался всадник на журавле. Так, ну Вуджен нам, в принципе, не страшен, когда у нас всадник на журавле. Если бы еще у молотильщика срабатывало бы почаще ульта. Да что за фризы-то такие, ну. Ну серьезно. Да, ужасно, ребята. Вот это вот все происходит у нас. Я не помню, я вроде бы как-то исправлял эту ошибку, но это невозможно, это очень сильно фризит. Короче, сейчас попробуем с вами, наверное, зайти на другой эмулятор, потому что, ну, так дело не пойдет. С такими фризами я не хочу играть. Ну что, друзья мои, продолжаем с вами играть в Tower Conquest. Значит, у нас с вами последний уровень, и здесь у нас энергии нету на этом отряде, и это плохо. Потому что теперь надо будет как-то выкручиваться. Вуджен, да? Значит, а как же мы тут будем с тобой проходить? Тут еще босс. У нас ульта, ребята. Ой, ульта. Имба команда. Поехали. Тут у нас босс Ветродуй. Его нужно быстренько сдуть, чтобы он тут не начал буянить. Поэтому берем свою ультовую команду. Ну что? Давай быстренько с тобой накопим энергию. Кстати, сейчас может вылезти... Ага, он пошел медленно. Ребята, он пошел медленно, соответственно, мы его встречаем во всеоружии. На-ка, получил парень. И будем копить с вами на ведьму. Смотри-ка, второй раз уронен выходит медленно. Очень интересно, зато мой шуршит там стельками. Тигр, да иди ты в пень. Тебе здесь толку мало. И ты тоже варежку закрыла. О, Вуджен тут попал под раздачу. Все, друзья. Я даже не увидел, честно говоря, босса Ветродуя, потому что он не успел выйти. Элементарно все вышло у нас. Ну, что я тебе могу сказать? Мы забираем с вами реворд и переходим в новенький портал. Так, сундук Нефритовой империи. И здесь у нас 11 карточек на замок Сакуры плюс храмовый пес. А здесь 15 карточек... Цветущие вишни Сакуры. Так, плюс у нас с вами ядерный робот и ракетный робот. Окей. Залетаем с вами в новый портал и смотрим, ребята. Квест завершен, странник. У нас начинается территория захватчиков. Потом будет территория империи. Так, здесь опять нефритовая долина. Плюс территория роботов и нежить. То есть разносол, да? Ни одной компании нет повторяющейся. Это хорошо, это мне нравится. Значит, здесь страж плюс морпех-слизень. Морпех-слизень. Так, что же мы с тобой здесь предпримем? Я думаю, наверное, возьмем вот эту вот команду и попробуем именно ей разбомбить. Ну, самое начало, ты понимаешь, легкое, но этот страж, он очень лютый. Я не знаю, смогут ли мои тут големы и жабы с молотом справиться с ним. Давай-ка мы начнем, наверное, вот так. Потом на помощь призовем нашу ниндзю. Окей, началось.
Так, отталкивает он еще, не забывайте об этом. Как же нам его долго приходится разбирать, посмотри. Так, ну что, морпех, твоя очередь, мы его подбили. Еще вызываем жабу с молотом. И голема. О, я так думаю, что все. Базе хана. Ага, на дорожку успел все-таки призвать. Готов. Молниями просто пробили и все. Делов-то на копейку. Ну что же, двигаемся тогда с тобой дальше. У нас тут квест выполнен. Ага, странник. Пройди через ворота, это мы сделали с тобой. И поехали на очередной бой. Так, второй бой. И смотрим, здесь у нас кто. Ой-ой-ой-ой-ой. Здесь, друзья мои, хищнец. Блин, я же обычно всегда вот этот отряд беру. А как нам тогда хищница здесь ловить? Причем расстояние у нас маленькое между замками. Он будет очень быстро выходить. И он дешевый. Давай попробуем тогда вот этим, может быть, отрядом. Как-то получится его задержать. Хотя шансов, конечно, маловато. У него крит дамаг слишком сильный. Смогут ли здесь... О-во-во-во-во-во-во. Идет, идет, ребята. Давай попробуем. Надо было, наверное, нам все-таки самурая призвать вначале. Ладно, попробуем. Отлично получилось. Но не забывай, что он сейчас опять может его вызвать. А этот Гаврюша у нас перепрыгивает, как всегда, через всех. Да оглушили бы вы его. Но... Нет, ребята. Не получается. Твою же налево, а. У нас тут нет возможности отхилять свой замок. Поэтому я фейлюсь. Ну тут, понимаешь, продолжение, ну, нет смысла. Так. Да, тут на самом деле очень серьезно все. Ты сам посмотри, что происходит. Этот еще хиляется, ты прикинь. Да. Этот хищнец еще и хиляется. Что будем делать-то, а? Я не хочу брать имбовую команду. Я знаю, что она порвет здесь всех. Но мне неохота тратить энергию. Или придется все-таки сделать. Не, давай попробуем, наверное, другим отрядом сыграть. А этот, как ты думаешь? Давай-ка рискнем. Тут у нас голем. Тут у нас с тобой жаба с молотом. Может быть, все-таки как-нибудь получится удержаться. Нам нужно, короче, их двоих здесь продержать. Поехали. Бумс, отлично. Так, копим. И чтобы вызвать нам голема. Вот он, ребята, выходит. Делает свой прыжок. Голем должен справиться, ребят. Отлично. Дальше ждем. Потому что еще один хищнец выйдет. Вот он. А, тут, в принципе, все. Тут нормуль. Ты смотри, что творит. Просто лютует. Не-не-не-не-не-не-не, парень. Взял мне ниндзю, завалил, а. Прикинь. Да ты запарил. Хиляется и хиляется. Ты че, совсем что ли обурел? Парень. Как быть-то? Слушай, мы тут с вами фейлимся. Давай скажем правде в глаза. Мы тут проигрываем по полной программе. Еще один хищнец, ребята, двигается к нам. Но трындец, блин. Короче, я психанул. Я психанул, я сейчас буду брать имбу. Тут я, наверное, буду проигрывать. Че творят, смотри. Просто я пока этого танка бомблю. Да, стража. Эти морпехи, слизни, уничтожают моих бойцов. Ладно, они сами напросились, ребят. Они сами напросились, и вы прекрасно понимаете, что сейчас имба их просто разорвет тут в хламину. Просто в хлам, в ошметки. Вот не веришь, сейчас покажу тебе. Смотри, я беру свою... Так, где у меня? О, вот тут энергия накопилась, отлично. Я беру вот этот отряд, и смотри, что я сейчас буду вытворять. Он просто пожалеет о том, что вообще построил сюда замок свой. Смотри, кто у него, у нас там первый прыгун выходит? Кто такой вообще прыгун? Кто такой прыгун для Ронина, вот ты мне скажи. Никто. Просто вата, солома, я не знаю, ничтожество полнейшее. Смотри, что дальше происходит. Вызываем. Пошел прочь. Вообще просто не замечаем, знаешь. Вызываем сейчас. Да тут не надо никого вызывать, тут Ронин.
Ронин просто справляется. Один. Понял? Вот почему, ребята, это называется имба-колода. Разорвали и не поморщились. Поехали. Третий этап. Давай посмотрим, кто здесь. Хищница нет, и слава богу. Поэтому я могу здесь себе спокойненько, наверное, позволить любой отряд. Но тут есть пришелец. Тут есть пришелец-голодранец, который будет похищать моих бойцов. Но я думаю, что с помощью баллисты мы этого не позволим. Я в это свято верю. Но единственная проблема, что нужно накопить на это все дело. Так, а кто против стража у меня пойдет? Наверное, как всегда, Джиггернаут. Как всегда, Джиггернаут. Ага, лети, лети. Колбаска, я отсюда. Думает, я кого-то сейчас вызывать буду. Нет, сейчас я вызывать никого не буду. Так, начну, наверное, с грифончика. Пускай он себе летит спокойненько. Кто там? Морпех, я не помню. Он может подбивать воздушные цели или нет? Страж вышел. Ребят, ну стражи мы тоже можем с вами вот так вот. Хоп. И все. Морпех может. Может, друзья мои, подбивать грифонов. Блин, да ты... Значит, у некро сопротивляемость была, да, получается? Давай, 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 погибай быстрее, страж. И он так будет, ребята, втомиться в этой тюрьме, пока его не спасут. Но я сомневаюсь, что его вообще кто-то спасет здесь. Ну чё? Давай еще выкинем, наверное, с тобой. Все. Довольно легко и быстро мы разобрались. Эта команда тоже неплохая, да? Но она очень дорогущая. В плане, ребята, призова. Очень дорогие карты, так что надо постараться. А здесь мы опять вернулись к хищнецу. Чтоб его разорвало на 1000 кусков, а? Этот хищнец мне всю статистику портит. Уже 2 игры за него продули. Так, он стоит 250, да? У нас Джаггер. Мы сейчас будем, если что, ловить на живца. Че, никто не идет? Почему никто не идет? Меня вот это начинает напрягать. Угу. Он сейчас вызовет пришельца, ведь так? Чтобы похитить моего Джаггера. Не надо, не надо вот этого делать. Некро... Блин. Отлично, молодец, баллиста помогла мне. Так, оглушили, да, моего Джаггера. Начинает потихоньку бомбить его. Ну, давай грифона, наверное, призовем. Все, я думаю, тут никаких шансов нету у врага. А, нет, начинает отталкивать все-таки. Начинает своим толканчеством заниматься. А давай мы вот так вот сделаем. Хопа. Урон наносим, да? И все, разнесли. Отлично, друзья мои. Еще одна каточка в нашу копилочку. Так, мы можем с тобой проапать. Все, фулочка. Ну, я имею в виду фулочка по уровню. А здесь еще не хватает, как ты видишь, 2 звезды. Ну что же, продолжаем нашу эпопею. У нас последний уровень. А как-то... Ох, ё-моё, тут, конечно, имба. Лорд пустоты. Ху-ху. Кстати, у нас же он тоже есть, но не прокачанный. Я хотел его заменить. Я хотел лорда пустоты поставить вместо богини солнца. Мне кажется, кто-то из подписчиков говорил, что это ерунда все полная. Но я хочу доказать ему обратное, что лорд пустоты — это все-таки круто. Ну что, никто не идет? Ага. Хорошо, что я не выпустил никого. А ведь собирался уже практически. Ну что, давай, Ронин, уничтожай этого слизня. Зачем я вот это сейчас сделал? Зачем я сейчас ульту нажал? Для чего это было сделано? Ума не приложу. Не-не-не, а, хотя ладно. Не успели мы его подбить. На, получи. Заморозка. И разносим, судя по всему, ему башню. Да, ребята, великолепненько все тут получается у нас. Получаем с вами сундук за этих защитников. Ну-ка, что у нас тут? Квест «Охотник» завершен, да, за скрощами. 16 пришельцев, 8 жаб с молотом и 8 космической базы. Нам не нужно ничего.
Так, и мы переходим здесь. Крестьянин и паладин. Крестьянин и паладин, я думаю, что здесь. Слушай, крестьяшка же стоит дешево, поэтому нам нужно вот этот вот отряд с тобой брать, чтобы щитобот контролировал весь этот процесс. А именно, защищал нас от крестьяшек, которые будут нас постоянно здесь атаковать, одолевать нас. Ага. Вот он отряд этот пошел. Давай-ка молотильщика в помощь вызовем. Так, и ждем, когда он будет. Вот, он уже призвал паладинов. Значит, мы тоже будем вызывать с вами паладинов. А раз пошла такая пляска. А ну-ка давай, иди сюда. Стоит там пробафанный, довольный жизнью. Ну чё, кто кого тут замесит? Конечно же мы, ребят. Я еще вызову всадника на журавле здесь. И еще одного молотильщика. Так, ну шансов нету у них. Сам видишь, да? Мы просто их разбираем здесь, одного за другим. Колбасим уже базу. И она взрывается. Отлично. Продолжаем наши бои. Так, мы тут... Ох ты, ребята, это что такое? Подожди-ка секунду. У нас получилось... Кто? Кто этот красавчик? Да ладно, друзья мои. НЛО у нас получает 5-ю звезду. Ха-ха, прикольно, слушай. Слушай, а ведь есть смысл, да? Прокачать его. В принципе, он так-то неплох. Есть вероятность, что он может переманить противника на нашу сторону. Стоит он не так дорого. Кстати, он очень хорош будет, знаешь, на чем? На первых порах, вот когда выходит против нас Ронин, да? Или тот же самый Хищнец. Вот вызывать против них было бы, наверное, неплохо. Ну что, у нас тут с вами, ребята, копейщик появляется. Вместе с крестьянином и с паладином они делают нам якобы вызов. Ну что же, мы достойно будем отвечать им. Так, ну, крестьяны, наверное, первые побегут, нет? Что-то пока не вижу никого. Значит, я буду призывать некро. Ой-ой-ой, вот это плохо. Вот это, ребята, ой, еще хуже. Давай-ка, Джаггер. Под контрольку всех. Так, некро, ты, главное, там помогай моему Джаггернауту-то. Чтоб все было четенько. Заморозочка. Теперь его за решеточку. Блин, что-то не туда когда-то у нас тюрьма с вами упала. Крестьянин, хорош там выеживаться, а? Такой делаш там. Но тут больше, видишь, эти выделываются. Копейщики. Повесили на себя защиту и думают, что им все можно. Нет, конечно же. Ничего вам нельзя здесь. А копейщица еще может отталкивать наших юнитов. Видишь, да? Копьем она отталкивает их. Ну-ка, еще одну ульту. И замку, по идее, да, хана. Замечательно, ребят. Слушай, ну тут вот за... против вот этих вот... Тихо, подожди-ка, что у нас тут? А, все нормально. Против вот этих вот всех, да, мы с вами довольно легко идем. Вообще легко. Так, а вот здесь грифоны. Это немножко уже похуже. Все равно я оставлю этот отряд, потому что у нас с тобой есть баллиста здесь. Подданных будем разбирать. Они нам тут не в указ вообще. Ну куда ты, крестяшка, разогнался? Подожди, а кем я буду контрить-то? Джаггер, давай, выходи быстрее. Блин, на последних секундах успел сообразить, что именно он нам нужен. Так, по идее, нам бы призвать сюда некро. Давай некро призову. Сейчас гриф, он полетит. А значит, нам нужен... Давай вот так вот сделаем. И баллисту нам нужно призвать. Окей. Так, этого разобрали. Давай еще одного Джаггернаута с тобой призовем, на всякий случай. Он быстро очень двигается, поэтому хорошо. И нашего грифона тоже позовем. Так, наш грифончик уже на подлете. Еще одна некра. О, как все хорошо складывается для нас, смотри. Я выкидываю тюрьму. Плюс ураганчик здесь выпал мне. Ну все, ребята, я могу сказать вам, победа тут однозначно будет за нами. Блин, вот этот бы Джаггер бы подлечился бы, восстановился бы. Было бы вообще замечательно. Но есть. Окей.
Ну что, ребята, продолжаем. Сколько у нас еще боев тут осталось? Два, по-моему, если не ошибаюсь. Два боя, и долина подданных будет у нас пройдена. Поехали. Никого менять не буду. Единственное, что, конечно, у меня закончится энергия скоро на ультовой команде. И как мы будем потом против боссов. Ну, раньше же как-то я играл, верно? Очень много проигрывал, но все-таки выигрывал. Так, смотри-ка, мы с тобой накопили 500 энергии. Может быть, сразу призвать нам этого жнеца? Не успею, к сожалению. К сожалению, не успею. А так бы я его призвал бы, поверь мне. С превеликим удовольствием. Давай тюрьму выкинем. А, тут у них лучник появился. Ну, лучника надо быстренько приструнить, согласись. Ураганчик. Упс. Все пока там оглушенные стоят. Еще одного джаггернаута. Так, нам нужна копеечка. И лучника уничтожить, потому что он будет по моему грифону бомбить. Ну давай, 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 родные мои. Отлично, разобрались. Еще одна баллиста и выкидываю ульту. Упс. Как-то ульта странно срабатывает, ты заметил? Вроде решетки нету, но все равно она наносит урон. А вот, ребята, и жнец появился. Но я думаю, что без него здесь уже справимся. Потому что замку осталось жить недолго. Отлично. Ну что ж, продолжаем. И у нас с вами последняя заключительная битва здесь. И босс тут у нас кто? Епископ. Значит так, мы с вами... Помню, как-то рискнули мы епископа завалить своими силами. Помните, да? Без ульты, без нашей имбовой команды. И у нас ничего не получилось. Давай попробуем здесь то же самое, но только с помощью деда. Дед у нас прокачанный по фулке. Сотый уровень, 5 звезд. То есть имбове некуда. Тем более вы видели, что он делает. Единственное, что не хватает ему, это хила. Чтобы хилил сзади его. Тогда бы ему вообще цены не было, согласись. А вот этот отряд у нас такой спорный, если честно. Очень спорный. Я вызову тыкву. Так, давай, наверное, вот так сделаем. Немножечко их тут помурыжим. И вот у меня дед выйдет. Успеет ли он дойти? По идее, должен. Но грифон-то может ультануть. Грифон может ультануть. И мы знаем, что такая ульта. Воу, а вон и епископ, ребята, вышел. Сейчас начнет защиту вешать, да, всякую ерунду. Причем довольно быстро он вешает свою защиту эту. Практически без остановки. Ну-ка, попробуем так вот сделать. Окей, ну что, епископ, один на один, слабо тебе? Отходит, пятится назад. Конечно, пятится назад, ребят. Давай, деда, накажи его, молодец, красавчик. Ну и все, они остались без босса. Соответственно, мы разнесем сейчас в хлам ему замок. Даже ульта не помогла от этого, от грифона. Вот и все. Ну согласись, дед хорош. Пробивает и воздушные цели, и наземные. Ну что же, у нас с вами, ребят, сундучок. Сундук подданных. И фехтовальщик. Это неплохо, кстати. 14 карточек мы на него нашли. И переходим с вами на Нефритовую долину. Копейщик плюс тигр. Слушай, копейщик этот, нам нужно его очень быстро контрить. Потому что он дешевый и быстро бежит. Поэтому будем вот мечниками и самураями защищаться. Погнали. Ага. Еще одного призвал, да? И следом пойдет, по идее, тигр. Против тигра кого нам вызвать лучше? Наверное, или тыквоголового, или кого? Ну, тыквоголового, наверное, призовем для начала. Вот и тигр. Не забывайте, что он тоже имеет ульту. Свое предсмертное вот это вот хрипение. Я ее называю душа тигра. Вот она полетела. Только что на ваших глазах была ульта. Так, ладно. Давай, погнали дальше. Опять он вызвал тигра. Самурай, давай, пора выходить тебе. И еще одного мечника. Мы, главное, наносим урон по базе.
И это самое главное. Опять что ли? Опять ульта, ребят. Что за дела происходят, а? Ну? Давай, 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 давай. Да что такое? Ульта же вроде бомбит. Вот. Фух. Первый бой и первые эмоции. Так, друзья мои, переходим с вами на второй уровень. И здесь у нас копейщик плюс храмовый пес. Храмовый пес тоже довольно быстрая псина. Бежит и может напугать наших юнитов. Отпугнуть, так скажем. Что-то никого не вызывает. Опять это подозрение у меня вызывает. Не может быть, чтобы он начал с тигра. О, сразу двоих вызвал. Это печально. Но самурай справляется. Вот, видишь, напугал. Это все храмовый пес делает. Так, но не забывай, что здесь есть тигр. Так что надо подготовиться к нему. Если что, будем использовать ульту против тигра. Вот, он явился, не запылился. На, и дедушку вызываем. Сейчас дедушка тут разомнет, так сказать, свои старые кости. Накося. Даже ульта ему не страшна. Смотри, он сколько получил урона от ульты тигра. Совсем немного. Ну, а мы тут развлекаемся по полной уже программе. Смотри, что происходит. Давай, 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 отлично. Так, карта копейщика. Все. Базу в хлам. Фух. Так, ну что, переходим с тобой на... Что у нас тут в магазине? Ничегошеньки нету? Ничегошеньки. Для нас хорошего нету. Ну что, третий уровень. Ронин? Ё-моё, я забыл, ребята, что у него здесь есть Ронин. Прикинь, просто из головы вылетело. Что же нам тогда здесь с тобой предпринять против него? Тут нет энергии. Тут есть, но... Ладно, попробуем. Попробуем как-то вот так вот сразиться. Не уверен, конечно, но... А все равно выбора нет, друзья мои. Готовимся сейчас к Ронину, судя по всему. О, нам повезло, что он вышел медленно. Не спеша, лояльно. Бумс, опс. Я вообще-то думал, что... Понятно, с этой жабой с молотом все ясно. А вот это уже хуже. А вот это, ребята, уже хуже. Да, ниндзя помогла. Отлично. Тигр. А ну-ка, дай-ка я так шарахну молниями. Вообще нам повезло, что мы оглушили их обоих. Слушай, есть шанс? Да почему есть? Он и будет. Да иди ты, Ронин, успокойся. Все, ребята, я думаю... погоди-ка, все. Он может ультануть, тигр. И всех снести. Но он этого не сделал. Минус. Минус башня, друзья мои. И, как говорится, минус еще один уровень. Ну что же, идем с вами на предпоследний этапчик. Твою же налево, я и забыл, что и ниндзя здесь есть. Хм. Так, а если мы с тобой поменяем немножко тактику вот на эту, которая была? Тут Ронина нету, но зато есть ниндзя. Но дистанция слишком хорошая для нас, да? Поэтому я думаю, мы справимся здесь. У него там ниндзя, а у нас с вами есть тыквоголовый, который очень далеко бомбит. И для ниндзя это очень серьезный дамаг от тыквоголового. Что-то никто... Оу, а что ты так резко-то начал? Нам надо вызвать тогда деда, я думаю, да? Ниндзя, куда ты лезешь? Что-то он там навызывал слишком чересчур всех. Ну-ка, давай-ка корни выпустим. Деда напугали! Они что, серьезно, что ли? Они мало того, что напугали, ребята, они еще и завалили деда. Ты прикинь? Вот это да. Вот это фокусы. Для меня это, честно говоря, был нежданчик. Блин, лишь бы тигр не ультанул, а. Вот единственное, что я хочу, чтобы не было ульты от него. Иначе будет так больно всем нашим бойцам. Так, ну-ка, ураганчик. Он не ультанул, слава богу. Ребята, применяем с вами ульту.
Рыцари, давайте быстрее бегите к замку. Нам, мне нужно нанести колоссальный урон, чтобы разрушить его. А он сейчас будет, естественно, вызывать всяких там тигров и тому подобное. Опять же, ульта не сработала, отлично. Ребят, ускорение. Готов. Фух. Прикольно. Ну что, мы с тобой попадаем на последний этап. Давай-ка глянем. Кто здесь будет боссом у нас? Богиня солнца. В принципе, ничего сложного здесь нету. Проблема больше в другом, ребята, что какой командой играть? Этой против Ронина? Блин. Ронин. Да? Богиня солнца. Фигово все это. Тем более я уже убедился, что жаба с молотом против Ронина, ну это не серьезно будет. Тогда начнем с голема. И сразу нужно выпускать ниндзю. Эй-эй-эй-эй-эй, тихо-тихо-тихо-тихо. Они сейчас быстренько его уничтожат мне. Хотя голем отхиливаться стал. Отлично, ребята, есть шанс. Опять. Слушай, у него Ронин что-то в последнее время вообще захандрил, ты заметил? Захандрил по-капитальному. Раньше у него ульта просто выходила раз за разом. Я психовал тут как не знаю кто. Сейчас вполне все спокойно. Оу-оу-оу-оу, богиня солнца, успокойся. Ребят, мне нужна тоже богиня солнца. Мне тоже нужна богиня солнца. Дайте вызвать мне ее. А? Че она вытворяет? Блин, Ронин, нет, нет. Офигеть. Ты сам только что видел, что они сделали. Они сделали ужасные вещи. Блин, неужели я не пройду здесь, а? Что-то именно этим все дело пахнет. Что у меня не получится пройти? Жесть. Меня просто сметают. Еще этот замок наш непрокачанный, от которого толку здесь будет вообще мало. Все, мы получили урон, ребята. И нам здесь ничего не остается, как фейлиться. Да, круто, круто. Стоит там где-то позади, блин. И бомбит, и бомбит, и бомбит. Без остановки своим лучом. Чертовым, а. Ну все, она напросилась. Вы понимаете, да? Кто сейчас выйдет на поле боя? Я думаю, вы догадались. И правильно, что подумали, что именно имба пойдет сейчас в атаку. Да, ребята, для вас есть работенка. Пора выйти. Выйти на арену и наказать их всех. Ронин, ты как там себя чувствуешь? Нормально? Хочешь прогуляться? Тогда давай, выходи. Шуршит, значит ульта. Фух. Он, смотри, что он творит. Опс. Это что-то я так не согласен. Давай, выходи, роднуля. Минус, этого тоже сейчас нахлобучим. О, еще и через отражение. Это вообще великолепно. Ронин, успокойся. Так, так. Все, да выеживалась, нет? Еще жива? Была. Ребята, еще удары, все, и замку хана. Вот и все. Согласись, эпично. Эпично эта команда действует. Если тебе кто-то мешает, позови имбу. И она разберется со всеми врагами. Так, сундук нефритовой империи мы с тобой зарабатываем. И храмовый пес. Это единственный, кого у меня сейчас пока нету. Так, мы переходим на территорию роботов. И начинается у нас тут... Ага, Джаггернаут плюс репульсор. А, нет, как его? Репульсор или рельсотрон? Репульсор. Так, нигде у нас нету больше энергии-то. А здесь есть одна штучка, да? Поехали. Быстренько сейчас промнем, разберем, ноги вытрем и уйдем. Погнали. Так, 200, нам нужно 200 энергии. Вызываем жабу с молотом. Потом, наверное, надо вызвать ниндзю. Потому что здесь Джаггернаут, не забывай, он силен. И вон там репульсор еще вышел, ко всему прочему. Пройдоха этот, а? Так, ну-ка, если мы вот так сделаем.
Нормуль. Блин, слушай, может хватит уже джиггернаутов-то вызывать одного за другим? У меня столько воинов не будет, чтобы с тобой разобраться-то. Погнали. БФГшка вышла. И мы уже начинаем бомбить. Угу. Прикрылся джиггернаутом. Это не спасет его. Еще ульта. Хорошо. Все, друзья мои, подбили. С роботами как-то хорошо драться, когда нету ребят-толкателей. Как только появляется толкатель, что-то мне сразу не по себе становится. Особенно, когда на первых... Блин, только про него... Вот он, ребята, только про него стал вспоминать. И получи, распишись. С ним тяжело драться. Во-первых, он очень толстый. Во-вторых, отталкивает наших бойцов. И большая площадь повреждений у него. Так что тут надо как-то быть аккуратным. Так, вышел Джаггер. Мы начнем жабы с молотом. И надо сразу же выставлять, наверное, ниндзю. Нет, 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 не надо, не надо, не надо. Тебя сюда кто звал, блин? Идет этот толкунчик, блин. Бубух. Может, оглушить получится? Получилось, да? Нет, не получилось, но мы все равно его ушатали. Так, давай двигаться дальше. Ниндзя еще нам нужна одна. Опять идет. Опять идет этот буржуй. Давайте, ребята, быстренько его. Отлично, ушатали. Так, репульсор упал. Ну, по-моему, все, ребята. Есть шанс пробить. У нас уже такая довольно сильная команда собралась здесь. Я думаю, сопротивляться ему тут вообще нету смысла. Давай, 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 запуливаем. Есть. Отлично. Отлично у нас вышло. Так, по-моему, еще где-то у нас накопилась энергия, насколько я могу понимать. А ну-ка давай глянем. Хм, на этом отряде есть. А почему бы и нет? Тут ничего сложного, в принципе, нету, ребята. А у нас с вами есть очень много дальников. Этот отряд вообще состоит из дальников каких-то, да? Тыквоголовый, маг. Ну, давай посмотрим, чего не стоит. Я хочу, на самом деле, призвать деда на ранней игре, чтобы он вышел. Ай, не получится. Слушай, а вот это плохо. У меня здесь не особо хорошие танки против джиггернаута-то. Еще и... Да. Еще и репульсор. Попробуем, конечно, вот так вот как-то. Слушай, мне сейчас повезло, что самурай упал в ярость. Так, ух ты. Ракетами нас тут сейчас помурыжили. Ну, да что он такой? Блин, мы его замучимся пробивать, друзья, таким макаром. Слушай, я буду копить на деда. Давай на деда накопим с тобой. Я думаю, дед быстрее тут разберется со всеми делами этими. Так, погнали, погнали, погнали. Бабах, отлично. Давай, дедуля, дальше шурши штиблетами. Поможем маленечко, да? Опять этот ракетчик вышел. Ракетометчик. В тыкву голового попал. Да, именно его снес. Ну что, дед, ты уже подошел к замку. Начинай шуршать. Застанил джиггернаута. Еще прописал ему. Опа. Ракетный бот там ничего даже не успел сделать. Пока там пшикал-мыкал, мы его разобрали. Все, ребята. Отлично. Дедуля, как говорится, себя в обиду не даст. Себя он в обиду не даст, это точно. Ну что, предпоследняя миссия. Я надеюсь, у нас еще есть где-нибудь энергия. Есть. Воу. Даже на имбе энергия откатилась. Ух ты, друзья мои. Вы видите, кто здесь появился в противниках? Самый такой один из моих нелюбимых юнитов. Да-да. Робот-физкультурник, который любит оттягивать, притягивать и так далее. Ну, ладно, поехали. Будем сейчас разбирать. Кстати, мы можем с тобой друидку позвать, и все. Вопрос будет исчерпан, я думаю. Ой, тут толкатель. Я же совсем забыл про него. Сейчас начнется, блин. Так, толкатель у нас не бьет по воздушным целям, поэтому здесь будет очень хорошо себя вести всадник на журавле.
Давай, всадничек. Уничтожь его. А вот, ребята, и физкультурник подтянулся. А мы его вот так вот, ребята, оттолкнем. И призовем друидочку. Друидушка, давай, выходи. Без тебя мне здесь как-то скучно стало. Надеюсь, лагать не будет игра. Так, ну-ка. Ну, в принципе, ребят, неплохо. Давай паладина призовем. Так, что-то, по-моему, подлагивать начинает, да? Окей, быстренько идем к базе. Сейчас мы их уничтожим здесь. Заморозка. Ой, как кстати выпало. Прям вовремя. Ну, вы сами видите, ребят, что здесь происходит. Да, начинает фризить. Все-таки с друидкой, как ни крути, все равно фризы какие-то. Я не понимаю, почему они это не могли исправить до сих пор. Уже прошло больше года. Но, тем не менее, мы с тобой прошли. Так, давай посмотрим. У нас, по-моему, еще энергия откопилась на ульте. Как раз для последнего босса, да, здесь. А здесь у нас босс-то, в принципе, ватник. Ядерный робот. Так, либо ульту брать, либо эту команду. Нет, я возьму вот эту вот, ультовую нашу. Имбовую. Понеслась. У нас есть все шансы сделать так, чтобы мы даже не увидели этого ядерного робота, если успеем быстренько нанести достаточное количество урона вражескому замку. И я попытаюсь это сделать. Нет, уже не получится, ребят. К сожалению, уже не получится. Я думал, сейчас выпустим Рунина с вами, и он там быстренько прошуршит, но нет. Хотя... Подожди, хотя еще все может быть впереди. Давай я вызову Чумнуху. Ульту. Красный луч. Великолепно. Так, физкультурника надо было бомбить-то. О, а он еще и крепкий. Ронину приходится 3 удара нанести, чтобы его разобрать. По-моему, мы не увидим с вами ядерного робота. Мы его просто разнесли. Так, ну что, ребятушки, последний у нас с вами получается сейчас будет бой. Давай откроем сундук робота. И выпадет нам здесь ракетный бот плюс ядерный робот. И мы с вами переходим на территорию нежити. Это, кстати, последняя территория. Потом будет телепорт. Так. У меня есть где-то, да? Тут и все. Получается только на... Подожди-ка. На одном отряде, да, энергия. Вот на этом. Ну что, погнали. Кстати, тут очень плохо, ребята. Знаете почему? У меня все дорогие карты, а здесь зомби. Они дешевые и... Все, по-моему, тут фейл. Я не успею его законтрить. Я его не успею законтрить. Нет, никак. Не, ребят. Ты посмотри. 250 это минимальная сумма. Ну, тут никак. Тут еще и взрывом. Да, к сожалению, можно было бы даже и не начинать, на самом деле. Этот уровень именно вот этим отрядом против зомби. Печалька, конечно, не спорю. Ладно, давай на ускорение. Я знаю, что в любом случае мы этот пройдем уровень, но не идеально. Давай тут расшуршим. Вызовем с тобой уже некро. Так, Джиггернаут тут их одного за другим косит. Так, зачем я это сделал? Ума не приложу. А может быть, пока мы деремся, где-нибудь энергия появится. Такое тоже может быть. Так, монетку забрали. Давай еще ускоримся сильнее. О, хотя бы карту дали. Так, ну давай посмотрим. Если у нас накопилась где-то энергия, естественно, мы с тобой пройдем этот уровень. Нет, пожалуйста, дайте мне первый самый. Нет, друзья, к сожалению, нету. Ну что же, тогда будем на сегодня закругляться. Конечно же, вам всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!